Журналисты телеканала MSNBC сделали часть работы спикера Нижней палаты Конгресса Джона Бейнера. На этой неделе спикер заявил, что ни он, ни его коллеги-республиканцы не собираются обсуждать законопроект об иммиграционной реформе, который, по его словам, состоит из 1300 слов, страниц, и который никто не читал. Как подсчитали в редакции MSNBC, все не так сложно, как кажется Бейнеру. Вот эти цифры. Документ, который уже одобрили в Сенате, состоит из 1198 страниц и содержит 231 251 слово. При средней скорости чтения в 300 слов в минуту одолеть биль при наличии желания можно всего за 12 часов 51 минуту. Наблюдатели намекают на то, что проблема заключается именно в отсутствии у ряда республиканцев политической воли приступить к решению иммиграционного вопроса, а вовсе не в длине документа. Критики Бейнера призвали его изыскать неполные 13 часов для прочтения одного из важнейших законопроектов последних нескольких десятилетий. Ранее вице-президент США Джозеф Байден в ходе своего визита в Атланту, штат Джорджия, резко осудил подход Джона Бейнера к выполнению своих непосредственных законотворческих обязанностей. Байден пообещал, что сделает все для того, чтобы помочь миллионам людей, проживающим в США нелегально, выйти из тени и начать нормально.